такой довольный. Что такое? Что с тобой такое? Ты такой довольный и радостный. У вас у всех заблокирован этот центр, да? Левая вишуди? Хорошо. Они пришли? Мы должны подождать еще Гавана. И кого-то еще? Да, мать, они все еще на работе. Они сегодня работают. Все еще работают? Хорошо. Проходите. Здравствуйте. Как ты, Магда? Ты пришла? Это хорошо. Ты сегодня так хорошо выглядишь. Ты действительно выглядишь очень мило. Сегодня не очень холодно, не так ли? С тех пор, как я приехала, я заметила, что температура повысилась. А до этого было очень холодно. Фактически, когда я вернулась, было всего 3 градуса. Но спустя некоторое время температура поднялась. Начинайте работать, хорошо? Проходите. Ты тоже будешь поклоняться, хорошо? Очень довольный. И как вы все? Как вы все? Магда? Я очень счастлива находиться здесь, мать. У нас сейчас должен открыться центр в Нью-Йорке. Один центр в Санта-Крус. Возможно, будет один в Санта-Моника. И еще один. Возможно, в Ванкувере. Я думаю, будет неплохо, если один появится и там. Есть какие-нибудь новости насчет Сан-Франциско? О, кто к нам пришел? Как красиво! Сегодня у нас сари в весенних тонах. Если хотите, его можно повязать по-другому и носить как ленга. Скажи-ка мне, ты тоже хочешь сари, да? Я достану специально для тебя маленькое сари, хорошо? И тогда ты тоже сможешь его так носить. Как у нее? Нет? Ты стесняешься? Ты пришла сюда с Марией? Ты пришла сюда с Марией, да? У нее есть небольшие проблемы. Что насчет Пэт и всех этих людей? Они должны вернуться с работы. Пэт в пути, мать. В Америке у нас был большой успех. На первой встрече было 45 человек. Это уже после моего возвращения. В Санта-Крус у нас было много людей. В следующий раз, я думаю, будет лучше, потому что я встретила человека,
который оказался очень влиятельной личностью, невероятно влиятельной. Он знаком со всеми людьми из Конгресса и тому подобное. Когда мы познакомились, он был очень любезен и сказал: «Вы должны снова сюда приехать, и когда это случится, дайте мне знать». Я хочу, чтобы вы провели здесь программу и задействовали для этого все средства массовой информации. Здравствуй, Пэт, как ты? Что насчет Дэвида? Он не придет? Я думаю, я не знаю. Он еще здесь? Вы что, записываете? Выключите пока. Не планирует ли кто-нибудь из вас приехать в Индию? Пока нет. Что насчет тебя, Кэти? Хорошо. Марта, что насчет тебя? Ты должна постараться. Это будет хорошей идеей. Для всех вас это будет хорошей идеей. Что вы думаете насчет этого? Фелисити? Где ты сидишь? Я бы хотела поехать. Только я работаю. Но я бы хотела поехать. Куда? В Австралию, а не в Индию. Ты можешь поехать в Австралию? Да. Я бы хотела поехать туда на время отпуска. Но у меня сложный график работы. Если ты поедешь в Австралию, это не принесет тебе никакой пользы. А Индия — это место, куда нужно съездить. Австралия — это еще одна западная страна. Я думаю, я бы съездила. Попробуй. Лучше все-таки съездить именно в Индию. Это очень чистая земля. Люди там очень чистые. Не так ли? Они очень отзывчивые. Очень простые люди, когда вы общаетесь с ними. С ними нет никаких проблем. А что насчет вас? Попробуйте. Я бы хотела, чтобы Кристин поехала. Она очень сильно об этом просила. Патрисия, что насчет тебя? Лучше тебе это сделать. Что насчет вас? Я бы с удовольствием съездил, мать. Я думаю, что это замечательный опыт. Понимаете, там другая атмосфера, да и люди другие. Это очень простые люди, ведущие простую жизнь. Они не сложные, они не размышляют так много. Они очень умиротворенные. И вы чувствуете рядом с ними покой. Калькутта очень хорошее место для поездки. Но в этот раз у нас будет другой маршрут, который мы поедем. Мы посетим Бороду. Мы все съездим в Бороду.
Вместо того, чтобы лететь самолетом, почему бы не поехать поездом из Бомбея в Дели? По пути вы смогли бы увидеть много других мест. Вы можете заехать в Бороду. Вы можете заехать в Ахмедабад или еще куда-то. Вы могли бы заехать туда, потому что вы оставляете свои вибрации во всех этих местах. Также вы можете поехать автобусом, если захотите. Вы можете взять два автобуса. Я думаю, что такая поездка займет 2 дня, чтобы добраться до Дели. 2 или 3 дня максимум. Но проехать по этим местам и отвибрировать их было бы хорошей идеей. Хорошо, хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Она немножко подчищает таким образом вашу агию и сахасрару. Кивая головой «нет», она сбрасывает это с себя. Вот как они это делают. Эти люди так и не пришли, хотя я знаю, что они должны быть. Нет-нет, мать, они будут, они скоро должны вернуться. Как твои дела? Как твои дела? Ты хочешь это? Он очень горячий. Он горячий. Она не будет это есть. У вас есть другой, чтобы дать ребенку? Здравствуйте, как вы? Вы приехали из Брайтона? Что насчет других? Они приедут? У нас в Брайтоне сегодня программа, мать. Пора начинать. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что празднуется этой ночью и называется Пуджи Шри Лакшми. Это день, когда поклоняются Шри Лакшми. Поэтому необходимо понимать, что Шри Лакшми представляет собой силу, благодаря которой мы эволюционируем. Это сила, благодаря которой мы освобождаемся.
Это освобождающая сила, посредством которой мы совершенствуемся от низшей сути к высшей сути. Прежде всего, это форма Шри Лакшми. Первое – это Шри Лакшми. Итак, эта Шри Лакшми появилась во время великого пахтания под названием Амрутамадх, о котором я расскажу вам в отдельной лекции как-нибудь в другой раз. Но это Шри Лакшми, которая появилась во время пахтания, символизирует наши поиски благополучной жизни. Так что прежде всего мы ищем удовлетворение низших потребностей, например, в еде. На стадии животных мы ищем еду. И только в этом искательстве мы развивались порой в очень хитрых животных, порой в очень свирепых животных, а порой в очень пугливых животных. Поскольку они не могли найти пищу, им приходилось прятаться, а также в очень коварных животных. Таким образом, я должна сказать, что еда была началом этой таттвы Шри Лакшми. Но когда она фактически становится Шри Лакшми, тогда она обладает формой, которая подразумевает, что дух Шри Лакшми служит для полного благополучия людей, полного процветания. А целое отлично от частичного, поскольку в эволюции вы растете частично до тех пор, пока вы не доходите до стадии, где вы действительно достигаете своего полного благополучия. И теперь вы знаете, что без реализации ваше благополучие не имеет значения. Итак, она возникла из моря, поэтому она Мириам, вы можете звать ее так. Она Мария. Она Мари. Вот почему имя Матери Христа было Мария. Потому что она вышла из моря. Я не знаю, задумываются ли люди о том, почему ее звали Марией, и откуда это имя Мария. Итак, это сила, которая вышла из моря, потому что абсолютно все, а также искательство, началось прежде всего в море, как вам известно. Это должно было быть в море, потому что первые животные появились именно в море. И когда она выходит из моря, она становится Шри Раджа Лакшми и Шри Груха Лакшми. Шри Раджа Лакшми — это состояние, где коллективно, коллективно вы наслаждаетесь своим благополучием. Коллективно. На правой стороне, можно сказать. Как, например, у нас здесь есть места для общественного пользования, общественного благополучия. А Шри Груха Лакшми — это та, кто служит для нашего личного, личного благополучия. Итак, сначала у нас появилась суть Шри Лакшми. А затем, когда мы эволюционировали, мы начали создавать свои дома, жилища, свои семьи, свою личную жизнь и прочее. То есть у нас появилась Шри Груха Лакшми. А затем мы начали создавать коллектив. Как, например, мы можем сказать, что королева здесь представляет собой Шри Раджа Лакшми. Королева представляет собой Шри Раджа Лакшми Англии. Она символизирует это. Наша королева здесь — это символ Шри Раджа Лакшми. Вы знаете, слово «раджа» означает «королевство», или можно сказать «королевская», «королевская сторона царственности». Поэтому, когда Шри Лакшми — это королевская Шри Лакшми, то она служит для коллективности. Поэтому королева не живет для себя, она живет для всего коллективного существа. Точно так же и Шри Раджа Лакшми — это та, кто существует для всех нас. К примеру, это место здесь мы получили благодаря благословениям Шри Раджа Лакшми, которые она дала нам. Ее сила дала нам это место для жизни, потому что все вы сахаджи-йоги.
Вы эпитомы эволюции. Вы высшие люди в процессе эволюции. Вы те, о ком заботится Бог. Вы самые важные люди. Это правда. И вы должны быть всем обеспечены. У вас не должно быть проблем с деньгами, у вас не должно быть проблем с жильем, у вас не должно быть проблем ни с чем. И это она, Шри Раджа Лакшми, дает вам все эти вещи. Затем у вас есть жена, как Шри Груха Лакшми. Или у вас должна появиться жена, как Шри Груха Лакшми. Эти две вещи необходимо понимать очень-очень четко, потому что мы путаем их. Жена — это Шри Груха Лакшми. Она та, кто является богиней домашнего хозяйства. И жена также должна быть богиней. Я имею в виду, что она не становится богиней, просто став женой. Вы должны ею стать. Еще раз, вы должны стать богиней. А богиня Шри Груха Лакшми — это божество того, что называется Груха, то есть домашнего очага. Это Шри Груха Лакшми. И это божество должно стать единым с домохозяйкой. Все благословения Шри Лакшми заключаются в появлении у вас благополучия. Если же она не богиня, вы всегда будете страдать. У вас всегда будут проблемы. У вас всегда будут всевозможные бесчисленные беды. Это ее благословение приносит вам утешение, умиротворение и освобождение. Освобождение от всего. Вот почему, как нам известно, левая наби так важна и всегда в плохом состоянии на Западе. И я бы сказала, что все общество ответственно за ее повреждение, потому что домохозяйку не уважают. В первую очередь мы должны винить наше общество. Наши домохозяйки не уважаются. Домохозяйка — это та, кто является преданной женой и стоит даже выше, чем Ятти. Яти — это самые высокоразвитые, можно сказать, люди. Это аватхуты. И считается, что преданная жена имеет даже больше сил, чем Яти. И даже Шри Кришна был немного этим обеспокоен. Всем пришлось побеспокоиться. Вот почему преданная жена Шри Груха Лакшми так важна. Понимаете? Потому что она является сутью благополучия, которое есть спокойствие. Я думаю, что никогда раньше не говорила вам о спокойствии. А спокойствие достигается только посредством Шри Груха Лакшми, посредством надлежащей приспособляемости вашей селезенки, я должна сказать, потому что селезенка — это производитель кровяных клеток, так? Она создает пищу для всего тела. Если в этой области внутри нас нет спокойствия, то вся система может выйти из строя. Потому что это питающий центр внутри нас. Это питающий центр. И этот питающий центр также еще и спокойствие. Это спокойствие. Вы, должно быть, слышали такое выражение. «Я деви сарвабхутешу шанти рупена самстита». То есть богиня, которая есть Шри Шанти, присутствует в каждом человеке как спокойствие. И этот покой возможен только в том случае, если домохозяйки осознают свою важность, берут это на себя, прощают и спасают семейную жизнь. Они должны поддерживать семейную жизнь. И там, где это нарушается, вся система выходит из строя. Смотрите, когда я приехала в Америку, я обнаружила, что у всех у них плохая левая наби. И они очень жестокие, невероятно жестокие. И я обнаружила, что с самого начала это общество пренебрегало домохозяйками, то есть институтом домашнего хозяйства, который находится в ведомстве богини. И теперь женщины не могут этого простить. Поскольку женщины не могут простить их, это превратилось там в большую борьбу, понимаете? Дети стали жестокими. Я имею в виду, что там, где домохозяйки не в порядке, всегда будет насилие. Я приведу вам пример с Индией. Мы имеем два типа систем. На юге и на севере. Поскольку на севере правили мусульмане, у них была система, где они держали женщин под паранджой и тому подобное, а также было много проституции. Все эти идеи пришли через этих ужасных набобов, которые правили на севере. На юге все было совсем по-другому, потому что они придерживались дхармы и тому
тому подобных вещей. И они не принимали все эти абсурдные идеи. Они заботились о своих женщинах. Даже северные индийцы иногда говорят, что южные люди – большие подкаблучники. Все это говорится, чтобы принизить Махараштру. В связи с этим, в одной и той же стране такая большая разница в системе прав и законов. К примеру, если вы поедете на автобусе в Махараштре в ночное время, в 2 часа ночи, то никто не обворует вас, никто не боится этого. Автобус едет спокойно, вы можете жить здесь, останавливаться здесь, никто ничего не украдет. Слуги в Махараштре такие хорошие, они никогда не станут трогать ваши вещи. Вы можете даже оставить им ключи. Они приберутся в вашем доме и никогда ничего не станут трогать. Ни ваши деньги, ничего они не могут трогать. Они никогда не дотронутся. То же самое касается и денежных сборов. Скажем, денежных сборов сахаджи-йогов. В Махараштре с этим никогда нет проблем. Сборы с пуджи и прочее. Они понимают все эти вещи. Но самое главное, это то, что домохозяйка в Махараштре очень важна. Очень важна. Поэтому в доме хозяйка она, а хозяин снаружи. Что бы она ни сказала, делается. Но когда все наоборот, все переворачивается с ног на голову. И тогда не может быть никакого счастья. Но это не значит, что женщины должны руководить снаружи так же, как и внутри. Я имею в виду, что женщины не должны вмешиваться в работу мужа в офисе, не должны доминировать там, как многие эти женщины, как, например, делала жена Чан Кайши и все эти люди. Это не обязательно. Она должна быть поддержкой, но в доме она та, кого необходимо уважать. Она должна уважаться в доме, а иначе там не может быть благоприятности, там не может быть покоя. А покой – это дар Шри Груха Лакшми. Некоторые люди скажут: «О, это нормально, у них не все в порядке дома, она плохая жена, но у нее есть деньги». Деньги – это не Шри Лакшми. Эту путаницу необходимо полностью удалить из вашего ума. В прошлый раз я объясняла вам, кто такая Шри Лакшми. И вы можете прослушать еще раз эту запись, если хотите. Но я расскажу вам главное вкратце. У Шри Лакшми 4 руки. И она стоит на лотосе. И надо сказать, что тело ее по своему строению совсем не хрупкое. Я имею в виду, что она довольно крепкого телосложения. Но она стоит на лотосе. Это значит, что где бы она ни жила, она не показывает своего присутствия, нажима, понимаете? Она настолько прекрасна, что она может удержаться даже на лотосе. Она не давит своим весом, как это делают дешевые женщины. Куда бы они ни пошли, они говорят: «О, мне не нравится это, мне не нравится то, и мне бы хотелось вот этого, мне бы хотелось спать в таком-то месте, и мне нравятся вещи такого-то типа». Таким образом, первое качество Шри Лакшми в женщине – это приспособляемость. Никто не чувствует ее. Когда она есть, никто этого не чувствует. Единственное, что они могут ощущать, это ее аромат, подобный аромату лотоса. Я имею в виду, что это признак женщины, которая регулирует себя. Она не беспокоится о своей собственной жизни, она беспокоится о других. У нас был один забавный случай. У нас была женщина из Германии, и я сказала им: лучше, чтобы девушки подождали, пока поедят мужчины, поухаживайте за ними, а затем могут поесть и девушки, понимаете? Так будет лучше. И она оскорбилась. В Индии же наоборот, это делается неизменно, неизменно. Женщина всегда будет ждать, пока ее муж закончит прием пищи, потому что так она может лучше за ним поухаживать. Я имею в виду, что это привилегия. Это значит, что вы более зрелы. Если вы можете ухаживать за своим мужем, если вы можете ухаживать за своими детьми, это ваша работа, это ваша ответственность. Вы хозяйка дома, значит, вы должны это делать. Как, например, Хема сказала мне, что здесь никто не зовет вас поесть и все такое. Все едят то, что они хотят есть. Они идут и едят тогда, когда захотят. Они будут есть в любое время. Они без конца едят, едят и едят. Никто не скажет: приходи, поешь и все такое. Так делают в Индии. И она сказала: я ждала целый день, никто не позвал меня. Тогда я сказала: пойду-ка я съем что-нибудь сама. Итак, женщины должны взять на себя ответственность приглашать людей и готовить для них особенную пищу. Понимаете, это работа женщины. Она должна развивать эти качества, женские качества. Кормить мужчин, ухаживать за ними, когда они приходят к вам в дом. Она не должна делать кислую мину, пытаясь изобразить: это мой личный дом, и никто не должен сюда приходить. Она должна быть даже более гостеприимной, чем муж. Она должна быть.
Она должна быть той, кого люди чувствуют близкой. Например, братья и сестры мужа, все родственники. Она должна быть той, кто дает это чувство безопасности, покоя и радушия. Это ее работа. Тогда она становится Шри Лакшми. Таким образом, благополучие состоит не только в том, что у вас есть деньги. Что же можно сказать о ней в том, что касается благополучия? Фактически оно выражается в дающем жесте одной из ее рук. Вот так. Это значит, что из одной руки оно должно течь, просто течь. Она должна давать, она должна давать, она должна давать. И она совсем не должна требовать. Другие должны говорить, у тебя должно это быть. К примеру, я расскажу вам, что последние, я думаю, 4 года Сипи пытается купить для меня кольцо с бриллиантом, потому что я раздала все свои бриллианты дочерям. Старается, старается и не может. В этот раз не получается, в другой раз, в следующий раз, потом, в другой раз. Потому что, понимаете, я знаю, что он хочет купить, и мне этого достаточно. Разве нет? Вот я и откладываю это. Все в порядке, мы сделаем это, сейчас мы должны купить дом. Вот так. Так что требовать «дай мне это» нет необходимости, понимаете? Позвольте мужчинам самим увидеть. О, у нее этого нет. У нее должно это быть. Это они должны делать это, а женщины никогда не должны требовать. Это признак плохих манер, особенно в соответствии с сахаджа-йогой. Вы никогда не должны ничего требовать. У вас должно быть больше терпения. Вы должны быть способны выносить это. Не изображай из этого большую жертву. «О, Боже, я терплю это» и все такое. Нет. Но с пониманием, что вы растете, что вы зреете, и что вы способны вынести это. Теперь ответственность мужчин также заключается в том, что когда она дает, они должны позволять ей делать это, понимаете? Но я нахожу, что здесь все наоборот, что женщины здесь не так щедры, как мужчины. В Индии все наоборот. Там, если женщины обнаруживают, что кто-то пришел в их дом, то они тайно идут, готовят что-то вкусное и говорят своему мужу не мешать. Они чувствуют это удовлетворение Шри Анапурны. Это чувство, которое испытываешь от кормления своего ребенка. Это чувство, что кто-то только что пришел с черного входа, понимаете, и вы бежите расцеловать его. Это очень приятно, очень приятно. Я думаю, что таким образом их воспитывают. Так что это такая милая вещь, которую вы как-то можете ощущать. Или если кто-то должен прийти, то они знают, что этот человек ест. И они приготовят это очень вкусно и сохранят. А затем, когда этот человек придет, они с удовольствием подадут ему это. Так что мужчина должен прятать свои деньги, потому что женщина потратит их все. Все наоборот. Но когда женщина становится эгоистичной, зацикленной на себе, начинает беспокоиться о деньгах и все такое, тогда это неправильно. Она не должна быть расточительной в отношении себя. Скажем, пойти в одно место, купить что-то дорогое для себя, затем пойти еще куда-то и купить что-то дорогое для себя. Она должна делать для своего мужа, делать для своих детей, делать для других. И тогда автоматически они оценят это, они стремятся делать это. Просто начните думать в этом направлении. Но если говорить о мужчинах, то они должны понять, что у них тоже должно это быть. Понимаете? Это эго-ориентированное общество, очень привыкающее. Если вы просто скажете, хорошо, делайте, что вам нравится, у вас будут такие-то деньги и такие-то деньги, тогда люди могут просто принять это как должное, понимаете? В своей эго-ориентированности они просто принимают вас как должное и говорят, отлично, нам не стоит больше беспокоиться. Итак, когда нет взаимопонимания, и когда есть дисбаланс, тогда и возникают эти вещи. Но в сахаджа-йоге мы должны понимать, вы должны заботиться о своей жене, о ее нуждах, обо всем. Вы должны обращаться с ней с уважением, вы никогда не должны оскорблять ее в присутствии других. Это абсолютно запрещено. Но и женщины также должны знать, как уважать своего мужа, не вести себя провокационно и не использовать все свои хитрости против своего мужа. Понимаете, я видела, как люди садятся и строят планы, как они оскорбят своего мужа и какими средствами. Это абсурд.
Вы должны любить своего мужа. Вы должны по-настоящему любить его и прощать его, как вы простили бы своего собственного ребенка, точно так же. Но и муж тоже. Это взаимная вещь. Я не могу просто сказать что-то женщинам, а мужчинам нет. Это абсолютно необходимо, чтобы мужчины уважали свою женщину как богиню. Как богиню. Но женщины должны вести себя как богини. Они ведут себя как уличные женщины. И тогда начинается соревнование. Мужчина ведет себя как уличный мужчина, женщина ведет себя как уличная женщина. Тогда они ведут себя как продажные люди и затем ругаются. Я имею в виду это бесконечное соревнование. Но если вы должны синтезировать и прийти к балансу, тогда вы оба должны решить, что вы можете наслаждаться, только если у вас есть надлежащий баланс между собой. Один человек идет одним путем, другой другим путем. И этому нет конца. Этому нет конца, и колесница никогда не поедет прямо, понимаете? Оба колеса должны быть в балансе, сознавая, что без одного колеса другой не может существовать. Так что как одно важно, так и другое. Но они скажут, важен я. Нет, она важна, если я должен существовать. Или она должна сказать, он важен, потому что я должна существовать. Это такая взаимная вещь. Поэтому, чтобы достичь стадии Шри Груха Лакшми, я должна сказать, что женщина должна вести себя как Шри Груха Лакшми, с ее достоинством. Я имею в виду, что это действительно недостойно даже просить что-нибудь. Почему? Что значит просить? Это все ваше личное, чего бы вы не захотели получить. Постарайтесь развить эту чистоту внутри себя. А мужчины должны по-настоящему уважать своих жен, как Шри Груха Лакшми. Это очень хорошо. Уважайте их, заботьтесь о них. И знайте, что как только божества сольются воедино с вашей женой, у вас не будет никаких проблем. Теперь, с другой стороны, еще одна ее рука служит для защиты. Тогда Шри Лакшми дает защиту. Всегда дает защиту. Всем. Даже от мужа. Она дает защиту. Скажем, например, моя невестка была такой Шри Лакшми. Моя невестка всегда была такой. И поскольку они были намного старше, чем мы, то если он бывал немного строг с нами, она выступала в нашу защиту. Она говорила. Нет. Как ты можешь говорить им такое? Какой она была милой, вы даже не представляете. А затем брат, я имею в виду моего собственного брата, понимаете? Она говорила, нет, ты не можешь так вести себя со своей сестрой. То же самое касается и меня. Моя невестка была больше привязана ко мне, чем к моему мужу, по той же причине, потому что я всегда защищала ее даже от мужа, хотя он ее брат. То есть они по крови очень близкие родственники, в самом деле. Но вы должны защищать их интересы до такой степени. Затем защищайте своих слуг. Защищайте тех, кто приходит к вам в дом. Это ее обязанность. Если она делает это, она может сделать это очень хорошо. Приведу вам пример из моей собственной жизни. Я была в Дели в то время, когда началась эта беда под названием разделение страны. И многие люди в суматохе обратились в бегство. И однажды я просто сидела около дома моего отца и вязала, потому что у меня должна была родиться кальпана. Вот я и вязала, сидя снаружи. И ко мне подошла женщина, которая сказала, «Мы беженцы, нам некуда идти. Не могли бы вы выделить нам место в своем доме?» Я сказала, «Хорошо». Дом моего отца был огромным. Я сказала, «Это такой большой дом, и у нас есть комната снаружи, которой вы можете воспользоваться, а также в вашем распоряжении кухня и ванна. Вы можете здесь остановиться». Она сказала, «Со мной мой друг и мой муж. Можем ли мы остановиться вместе?» Я сказала, «Все в порядке». Так мы организовали место для жизни. И так случилось, что членам моей семьи это не очень понравилось. Особенно моему брату, понимаете? Мой муж сказал ему, «Я бы не хотел, чтобы эта дама находилась здесь. Бог знает, что это вообще это за женщина». А мой брат сказал, «Что ж, если она так сказала, если моя сестра так сказала, я не могу сказать ничего». Но она должна принимать решение в том, что касается дома. Так что решать это ее работа, и я не могу ничего сказать. Так они замолчали на эту тему, и те люди остались. Этот мужчина, друг ее мужа, был мусульманином. А в Дели был большой бунт, очень большой бунт. И многие индусы, понимаете, как эти джансанги и фундаменталисты, сформировали ужасную группу, которая убила так же много мусульман.
Так что все, начиная от слуг и прочих, наверняка знали, что у нас в доме проживает мусульманин, понимаете? Поэтому они пришли в мой дом, около 5-6 человек народу с дубинками и всем прочим. И эти люди испугались. Тогда я сказала этому мусульманину: «Пойдите и спрячьтесь в моей комнате, а я пойду встречу их», и вышла. Мне сказали: «Мы слышали, что в вашем доме есть мусульманин». Я ответила: «Нет, это не так. Поскольку у них нет права знать», я сказала, «в этом доме нет никаких мусульман». А они сказали: «Мы должны пойти и осмотреть». Я сказала: «Вы не можете. Если вам нужно пройти, то вам придется сначала убить меня и затем идти». Когда они увидели мой большой живот и прочее, я сказала: «Вы не можете войти внутрь дома. Если вам нужно пройти, я останусь здесь. Вы совсем не можете войти в мой дом. Вы не можете войти». И они ушли. Затем эта дама стала очень большой, широко известной актрисой в Индии. Она сделала множество вещей. Я имею в виду, с тех пор все изменилось. Я говорю о том, что домохозяйка должна защищать. Шри Лакшми должна защищать. Человек, у которого есть деньги, должен защищать. У них должны быть люди под их ашрая, то есть под их защитой. Такие, как, например, слуги, семья слуги. Некоторые люди обращаются со слугами очень плохо, и они очень-очень-очень плохо содержатся. Это не то, какой должна быть Шри Груха Лакшми. Или, скажем, какие-то студенты остановились в доме, или какие-то дети. Кто-то говорит, что у вас дома какие-то люди, например, постояльцы, или сахаджа-йоги остановились у людей, и за ними должны ухаживать женщины. Они должны всегда защищать их от других. Это работа Шри Лакшми. Мать должна защищать своих детей. Несмотря на все плохое, что может случиться с детьми, она должна защищать их от всех остальных людей. Конечно же, не в плохих вещах. Я должна сказать о том, что с другой стороны, она не должна потакать в этом, потому что она может сказать: «Мой ребенок пошел и побил кого-то». Так что это нехорошо, это не защита. Я говорю о том, что если дети в какой-то опасности или беде, то это Шри Лакшми берет их под свою защиту. Это работа Шри Груха Лакшми. Правая сторона – это Шри Раджа Лакшми. Шри Раджа Лакшми – это, можно сказать, королева места. Здесь королева и король – это одно и то же. Но то, о чем говорю я, это когда король и королева – это совершенно разные вещи. Затем королева чего-то должна обладать тем достоинством. Слава Богу, наша королева – это самая настоящая Шри Раджа Лакшми. Я должна сказать, что очень счастлива этим. Она обладает тем достоинством и благоразумием, и она очень приятная дама. Слава Богу, у вас очень хорошая госпожа. И Диана – это еще одна реализованная душа, которая подходит сейчас. Это будет еще одним благословением для вас. Так что это ее благополучие. Понимаете, ее, я должна сказать, суть благополучия распространяет этот покой, это счастье и это хорошее состояние. Если представить президента мужчину, жена которого очень забавная женщина, какой была жена этого Кеннеди, то тогда там никогда не будет покоя. Ни в обществе, ни так. Потому что где бы она ни появилась, она создаст проблему, понимаете? Она попадет в общество, поскольку она первая леди. Каждый будет стараться следовать за ней. И здесь тоже вы знаете, что когда у королевы Елизаветы была проблема с шеей, у нее было что-то вроде повязки или что-то такое, и она начала носить воротничок. И у каждого появился этот воротничок Елизаветы, понимаете? Какие бы ни были проблемы, скажем, у Виктории, и она сделала платье, тут же остальные начали носить платье такого же типа. Таким образом, все коллективные образцы, моды и все эти вещи приходят через первую леди. Итак, первая леди – это Шри Раджа Лакшми. И необходимо уважать Шри Раджа Лакшми как женщину, как королеву. К примеру, эта страна уже проклята, потому что здесь были убиты 7 королев. И я должна сказать, что она уже проклята. Это ужасная вещь. Как люди позволили какому-то королю поступать так? 7 – это уже перебор. Это уже означает проклятие. Так что с таким раскладом вещей мы можем дойти до точки. В большинстве случаев вы можете арестовать. В большинстве случаев. Я, конечно же, не имею в виду, что это хорошие женщины. Я рассказывала вам о таких. К примеру, жена Мао считалась не такой уж хорошей и так далее. Но не нужно унижать их. Потому что если вы унижаете их, то вы унижаете этот принцип Шри Раджа Лакшми. А затем помещать их в тюрьму, казнить их и стирать их грязные полотнища. Все это означает, что в этом плане нет никакого достоинства, понимаете? Необходимо оставить достоинство, покой Шри Раджа Лакшми. Шри Раджа Лакшми очень важна для Англии.
Потому что мы сегодня нуждаемся в Шри Раджа Лакшми. Она приходит через активность людей. И если вы не активны, то Шри Раджа Лакшми сойдет на нет. Итак, мы подходим к моменту, что мы должны быть активными. Мы должны быть активными, производя больше блага. Понимаете, не забирая благо отсюда и перемещая его куда-то еще. Мы сами должны производить больше блага. Теперь, как же нам производить больше блага? Мы должны рассмотреть это, меняя формы или еще как-нибудь, но мы должны достичь того, чтобы мы производили больше блага. К примеру, если сахаджа-йог думает, я не собираюсь работать, я собираюсь сидеть дома и быть кем-то вроде посудомойщика. Так не годится. Сахаджа-йоги должны не просто работать, а работать достойно. Кроме того, они должны прогрессировать. К примеру, вы видите кого-то, «О, я в порядке, я немного рисую, но если мне понадобится более интересный рисунок, то я думаю, я обращусь к кому-нибудь еще». Это значит, что вы не знаете даже рисования. Вы должны быть активными. Вы должны знать, что вы должны совершенствоваться в профессии. У всех сахаджа-йогов должна быть профессия, в которой они совершенны. Не то, что я просто бездельник. Хорошо, примем ситуацию, что я бездельник, сижу как бездельник и не делаю никакой работы. Но тогда возникают такие проблемы, с которыми мы уже встречались. Вы начинаете зарабатывать деньги на женщинах или делать всякие бесполезные вещи, вроде мошенничества или рассказывания всяких историй ради денег. Поэтому безделье запрещено в сахаджа-йоге. Любой, кто пытается быть бездельником, будет выброшен вон. Никогда не оправдывайте свою неумелость, несостоятельность или некомпетентность. Вы должны быть первоклассными, компетентными людьми во всех отношениях. У вас не должно быть никакой неуверенности. Если есть неуверенность, вы не годитесь для сахаджа-йоги. Так что это значит, что вы должны гнаться не за деньгами, а за Шри Раджа Лакшми. Это означает, что должна быть абсолютная активность, в которой вы полностью проявляете все свои качества. Старайтесь расти, старайтесь прогрессировать. Это не значит, что вы должны, как безумные, устраивать крысиную возню, не имеющую ничего общего с сахаджа-йогой. Нет, это значит не это. Я должна предупредить вас здесь, но вы не должны быть просто бездельником, понимаете? Чтобы вы не мчались сюда и не слонялись, как попрошайки. Так не годится. Старайтесь улучшить свои условия, старайтесь улучшить свои техники, старайтесь улучшить свою компетентность и понимание всего предмета. За что бы вы ни взялись, за то или за это, вникайте в это и осуществляйте, осуществляйте. Вы должны, вы можете это сделать с сахаджа-йогой. Это одна из больших проблем, которые есть у сахаджа-йогов, знаете? Одна из самых больших проблем. Потому что ни на кого вы не производите впечатление, ни на кого. Они думают, что вокруг меня собрались какие-то сумасшедшие. Никто не впечатлен. Все выглядят как озадаченные люди, бродящие вокруг, понимаете? Они думают, что мать, должно быть, загипнотизировала их. Вот они все и движутся, как волны, туда-сюда. Поэтому сегодня, в день Шри Дивали, мы должны сказать, что мы станем более компетентными, экспертами во всем, за что мы беремся. Мы должны ими быть. Мы должны быть впечатляющими людьми. Итак, что же впечатляет людей в этом мире? Только две вещи. В самом начале, очень поверхностно, впечатлить могут только две вещи. Потому что вначале они поверхностны. Когда они увидят нас, они составят на нас свое первое впечатление. Вначале они увидят, какие вы. Я имею в виду, что если вы выглядите как пьяница, никто не пойдет за вами. И не подойдет к вам. Если вы выглядите как хиппи, никто не подойдет к вам. Ни у кого нет больше веры в хиппи, скажу вам честно. Это индивидуалистическая система. Вы не можете быть лидерами. Если вы должны быть лидерами, вы совсем не должны быть хиппи. Назовите мне хотя бы одного хиппи, который был лидером до сих пор. Конечно, сейчас это явление отмирает. Это явление отмирает. Мы должны серьезно об этом задуматься. Этот хиппизм был просто сумасбродством, и теперь он отмирает. Затем был еще один бред, и он отмирает.
Мы, еще один бред. Мы не сумасшедшие. Мы должны знать, каковы мы по сути. Мы должны впечатлять людей. Итак, мы можем впечатлить их только поверхностно. Поэтому, во-первых, мы должны быть такими людьми, которые компетентны. Скажем, к примеру, если вы должны выступать с речью, то вы должны знать, как писать речи. Далее, люди, когда говорят, либо не могут произвести впечатление, либо ведут себя как безумцы. Они включают свои головы и что-то говорят. Это все напрасная трата. Вы должны практиковаться в этом. Идите к морю, идите куда-нибудь в открытое место и говорите вслух. Вы можете пойти, скажем, в этот гайд-парк. Я говорю вам сейчас, что вы должны делать. Говорите вслух, практикуйтесь в этом. Говорите, как вы скажете, практикуйтесь. Избавляйтесь от своих недостатков. Не наслаждайтесь своими недостатками, это неправильно. Для таких вещей больше нет времени, потому что это не оказывает впечатления на людей, понимаете? Вы не поражаете их. Понимаете, что касается меня, то все поразительно, это нормально. Но вы должны стать гуру, вы должны стать лидерами. И у людей должно быть впечатление, что вы люди, которые разбираются в этом, что вы знаете свою работу. Вы знаете, как говорить, как представлять сахаджа-йогу, и делать это в приятной манере, любящей, нежной, а не взрывной. Понимаете, люди иногда становятся очень взрывными с другими. Так что это тоже должно быть при полном равновесии и самоконтроле. Самоконтроль. Это достигается только посредством самодисциплины. Вы должны дисциплинировать себя и не растрачивать себя впустую. У вас должно быть самоуважение. Это то, чего больше всего не достается хаджа-йоге на сегодняшний день. Не оказывается впечатление на людей. И это то, чего необходимо достичь в своем гардеробе, в своем разговоре с людьми, в своем поведении. Это очень важно снаружи. А если речь о том, что внутри, то вы все время твердите одно и то же. «О, я не могу этого сделать. Это не для меня. Это выше моих сил». Тогда вы не очень-то добры к себе и к другим. А значит, поднимитесь до этого. Итак, забудьте те дни, когда вы принимали наркотики и сидели сложа руки. Кого вы собираетесь поразить наркотиками, скажите мне? Еще один момент. Это поражать людей лицемерием, которого мы не должны допускать. Если вы лицемерны, оденьте бхагу, возьмите в руки чела, и пройдите по округе, говоря: «О, я избран Богом!» Продолжайте так думать. Вы не сможете так сделать. Так что суть в том, что обе эти наби служат для нашего благополучия, которое проявляется и внешне тоже. Я имею в виду, что это нормально, что у нас должен быть нормальный отель. Хорошо, получите. Есть ли степень элитности в вашей жизни в отеле? Давайте посмотрим. Просто задайте себе вопрос. Вы просили об отеле, вы получили отель. Отлично. Обладаете ли вы этой элитностью в поведении? Просто задумайтесь над этим. Предположим, кто-то должен жить в этой гостинице, какой-нибудь XYZ. У него будет определенная степень элитности, не так ли? Порой я обнаруживаю, что даже сумки, которые вы несете, такие грязные, пыльные, оборванные, дырявые. Кто-то может подумать, что вы сбежали из этого отеля, стащив что-нибудь. Лохмотья и тому подобное нужно убрать и выкинуть. Я надеюсь, что у нас есть одно слово «выкинуть», которое не используется. Я сажусь и никогда не дохожу до того, чтобы рассматривать что-то. Но по части «выкинуть» здесь все слабо. Выкиньте все нелепые вещи, вроде лохмотьев и прочие вещи, которые, как вам кажется, хорошо выглядят, но это не так. Пожалуйста, выкиньте их. К примеру, какие-то свитера, накидки и другие вещи, которые люди носят. Просто ужасны. Цвет должен быть опрятным. Все должно быть опрятным. Вы не должны выглядеть как бродяга. Я имею в виду, какие вы в состоянии Шри Раджалакшми. Необходимо видеть, что Шри Раджалакшми стоит. Понимаете? Нет нужды показывать, что мы попрошайки.
Это хорошо только для тех людей, которые лицемеры, не для нас. Понимаете, попрошайки обычно не попрошайки, они лицемеры. Вот они и попрошайничают. Они зарабатывают деньги. Вы будете удивлены, но в Индии некоторые попрошайки имеют огромные большие здания на Marine Drive. Они владеют ими, и тем не менее их профессия попрошайничество. Так что на самом деле они не нищие, они лицемеры, понимаете? Они так зарабатывают деньги. И зачем же нам так одеваться? Более того, если вы одеваетесь так, то в ход пойдет и другая сторона. Это бхут, который сядет на вас. Потому что они смотрят на людей бхутовского вида. Понимаете, они не сядут на человека, который опрятно одет, у которого хорошо уложены волосы, кто принимает ванну и все такое. Им нравится грязь, им нравится пыль, им нравятся грязные запахи. И если у вас есть все эти вещи, то они усядутся вам прямо на голову, разгуливая с вами, куда бы вы ни пошли. Им нравятся такие вещи. Как, например, если вы положите здесь что-то грязное, то обнаружите, что все мухи слетятся сюда. Это так просто, понимаете? Если вы положите что-то грязное, то сюда сползутся все черви и заползут внутрь. Вот что это такое. Точно так же и с вами. Вот как это работает. Итак, для ваших Шри Раджа Лакшми и Шри Груха Лакшми важно, чтобы у вас был самоконтроль в вашем поведении, в вашем разговоре. Когда вы говорите, если вы говорите как дешевый человек, или как человек, который перебрал чего-то, то это не производит никакого впечатления. Как вы себя ведете, это очень важно. Как вы сидите, как вы говорите. На днях они попросили выступить Ниму. А Нима никогда не выступала и немного нервничала. Но Грегуар сказал, ты должна рассказать нам о наших недостатках. И тогда она сказала нечто очень разумное. Она сказала, у меня очень много недостатков, и у всех индийцев есть недостатки. Но я обнаружила вот что, что вы, люди, в своем поведении перед матерью забываете о протоколе. Вы принимаете ее как должное. Это нормально. Сейчас она Шри Махамая. И все же для нас, сказала она, это полностью решено, что это богиня. Там есть традиция богини. В связи с этим она как бриллиант, который мы поместили в оправу. Это сделано, у нас нет проблем. Но иногда я замечаю, что люди скачут перед ней просто как лошади. То, как они говорят и прочие вещи, просто удивляют. Их поведение удивляет. Я не могу понять, как можете вы так делать, когда вы знаете, что она богиня? Конечно, богиня. Итак, в данном случае, я бы сказала, что как только возникнет этот момент Шри Раджа Лакшми, тогда вы поймете уважение. Потому что когда вы уважаете себя, вы начинаете уважать и других тоже. И поскольку вы все святые, вы должны уважать точно так же и друг друга. Вы должны уважительно обращаться друг к другу. На языке хинди я бы сказала, что вы должны обращаться друг к другу тау, поскольку так мы обращаемся к старшим. Пожалуйста, присаживайтесь, пожалуйста. Разговаривайте друг с другом с большим уважением, это впечатлит других. Вместо этого вы обнаружите, что на программе кто-то бьет друг друга, таскает друг друга за волосы и кричит, что они подумают, что это за святые, откуда взялся этот новый вид святых. Святые должны уважать друг друга. Если они приходят к вам в дом, предложите им вежливо присесть. Вы должны видеть, как святые уважают святых. Это уважение должно быть среди вас, единство, понимание. Без уважения вы не сможете сделать ни один доклад. А чтобы сделать доклад, у вас должен быть равный уровень понимания. Как я хочу уважения к себе, так я должен уважать других. Вы должны быть уважительными и уважаемыми. Обе эти вещи должны выполняться. В этом проявлении Шри Лакшми. И сегодня у нас есть свет. Свет — это очень важная вещь с самого начала, когда мужчина открыл огонь. Огонь использовался в состоянии Шри Груха Лакшми, когда готовилась еда. И эта еда готовилась на огне, так он и использовался. Понимаете, тепло матери проявлялось через этот очаг, который она использовала в доме, чтобы согреть своих детей, дать им пищу и тому подобное на той стадии. Затем огонь стал коллективной вещью. Это проявилось в факелах, понимаете? Если вам нужно отпраздновать, скажем, День Республики или День Независимости, то мы зажигаем огни. Или устраиваем фейерверки, понимаете? Чтобы выразить себя таким образом, Шри Раджа Лакшми. Теперь Шри Маха Лакшми. Шри Маха Лакшми — это эволюционное состояние. В эволюционном состоянии, когда оно начинается,
Шри Махалакшми начинает утверждать себя. И это происходит, когда ваше благополучие устанавливается всесторонним. Я имею в виду, что если вас все еще волнует, как бы вам пойти выпить чашечку чая, то вы не можете достичь состояния Шри Махалакшми. Поэтому, как только это немного устанавливается, и вы чувствуете внутри себя тот покой и то достоинство, тогда сила Шри Махалакшми начинает воздействовать на вас. А сила Шри Махалакшми такова, что она по-настоящему делает вас светом. Теперь вы становитесь светом. Не нужно никаких других источников света. Вы свет. Когда вы идете куда-то, когда люди видят вас, они получают от вас направление, они используют вас как факел, который направляет их. Они подойдут и посоветуются с вами, и спросят, как это сделать. Именно вы являетесь светом. Вот что это такое. Необходимо знать, что таттва Шри Махалакшми представлена здесь как свет. И понимаете, когда эти светильники просвещаются, даже самый маленький свет, как он реагирует и как он проявляется. И сейчас вы стали светом. Даже эта свеча может сделать это. Если я подношу к ней свою руку, то она признает и знает это, потому что теперь она просвещена. Она ставится перед фотографией и просвещается. Вот как это работает. Что же насчет вас? Вы свет. Вы Дивали Бога. Дивали означает ряды огней. Поэтому вам предстоит создать эту прекрасную божественную обитель, полную огней Шри Дивали. Вы вошли в царство Бога, и вы должны просвещать. Так что вы являетесь украшением Бога, с одной стороны. Вы слава Бога. А также, с другой стороны, вы проводники. Вы подобны факелам. Можно сказать, что вы подобны. Как вы называете огни, на которые плывут корабли? Маяки. Маяки? Вы должны стать маяками, чтобы люди видели вас. Вы выделяете свет, понимаете? Вот какими вы должны быть. А для этого у вас должна быть самодисциплина. Установите свою силу воли. Установите ее, силу воли. Установите ее как следует. Как могу я этого не сделать? Теперь в этом месте я собираюсь начать, скажем, через 2-3 дня после Шри Дивали утреннюю сессию. Мы можем начинать, скажем, около 5 утра каждое утро или 5:30 каждое утро. Перед приходом сюда вы должны принимать ванну. 5:30 или 5 часов. Это будет нормально? Ваша мать встает в 4:30, чтобы не случилось. Вы должны поменять свои привычки, вы должны. Вставайте утром. Знаете, просыпаясь утром, вы успеваете сделать так много работы, потому что вечером что вы делаете? Лежите, сплетничаете, растрачиваете свое время. Но если вы говорите, сегодня ночью я лягу попозже, а завтра я встану пораньше, вы никогда так не делаете. Прежде всего, вставайте рано, тогда вы уснете рано, все наоборот. Понимаете, вы должны видеть, как работает ваш ум. Поэтому вставайте утром, принимайте ванну, а затем садитесь медитировать. Это довольно теплая комната. Примите приятную горячую ванну, садитесь медитировать на час или вроде того, медитируйте. Вы будете чувствовать себя так хорошо, что спустя некоторое время вы не сможете спать после 4:30. Взгляните на мою систему. Когда бы я ни была в Америке или в Индии, я всегда встаю в 4:30. Как у меня это получается? У меня нет часов, ничего такого. Я просто встаю в 4:30. Я отстроила себя по солнцу, а не по луне. Я отстроила себя по солнцу. Когда солнце встает под этим углом, я должна встать, потому что это время, когда начинают течь вибрации во всем мире. В 4:30 утра все вибрации. Это самое лучшее время для потока в чистейшей форме. Вот почему все провидцы встают рано утром, принимают ванну и садятся медитировать. Это слишком, я знаю, особенно для англичан. Но вы должны тренировать себя. Вы сделаете это. Вам понравится это, если вы сделаете это как фестиваль. Понимаете, сегодня день фестиваля. Давайте встанем, примем приятную ванну, возьмем душистое мыло, парфюм и прочие приятные вещи. Вам понравится это.
Ванна должна стать ритуалом, но не должна занимать все время. Я вижу, что Рек сидит там довольно счастливый. Как и индийцы, они тоже слишком долго принимают ванну. Это не обязательно, слишком много не надо, но все же. А затем, если вы медитируете дома в течение часа или около того, то дом освещается. Я могла бы сделать это место освещенным утром. Приходите сюда, вы будете изумлены, что если вы разовьете эту привычку, вы сможете сделать так много, потому что вечером вы уставшие. Вы не можете сделать много вещей, и вы абсолютно изнурены, понимаете? Поэтому ложитесь спать пораньше. И это английская поговорка. Рано в кровать, рано вставать. Не индийская, не так ли? И это то, что мы должны делать. И вы будете изумлены. Вы сделаете тысячу и одно дело. Тысячу и одно дело, если встанете рано утром. Вот мы и попробуем это после Шридивали. Я назову тех, кто может попробовать со мной сделать это. И я привыкла ложиться иногда в 2 часа ночи, в 2.30, по большей части в 2, и вставать в 4.30 и принимать ванну. Все еще спали, и я не хотела их тревожить. Затем в 8 часов я говорила, не пора ли вам уже вставать? В то время как Грегуар, в день, когда ему нужно было ехать, говорил, «О, уже 2 часа ночи, осталось всего 3 часа», я сказала, «Грегуар, лучше ложись спать. Беспокоясь об этом, ты не уснешь, поэтому лучше спи. Как я проснусь? Что будет?» В 5 утра я просто сказала, «Пора». Я встала в 4.30 и сказала, «5 часов». И они проснулись. Спросите его. Это очень легко сделать, понимаете? Это очень легко. Вам не нужно бодрствовать, как я, до 2 часов. И потом, если я не сплю, то я сплю потом, в дневное время, примерно час или около того. Я компенсирую это. Но тогда вы будете сонными. Идите спать. Это напрасная трата времени, бодрствовать ночью. Она действительно напрасная. Что вы смотрите? Эти грязные фильмы по ТВ? После 9 разве там показывают что-то достойное? 9.30, 10 самое большее. А затем это сплошная грязь. Вы станете более здоровыми, станете чувствовать себя гораздо лучше. Гарри очень сильно изменился с таким графиком. В утреннее время вы не думаете много, вы действительно медитируете. Это очень хорошая вещь. Поэтому я просто даю вам понять одну вещь. Давайте выработаем что-то близкое к самодисциплине. Это очень важно, понимаете? Эго не позволяет вам иметь дисциплину. Оно скажет, «О, что плохого?» Таким образом, мы обуздаем наше эго. А самодисциплина даст вам настоящий самоконтроль. Контролировать себя очень важно, а самоконтроль возможен только тогда, когда вы действительно знаете, как развивать это, прививать это и становиться собой. Как в Упанишадах дается прекрасная аналогия, где тело подобно колеснице. Там говорится, что тело подобно колеснице. Возничий — это Будхи. А дух — это мастер. Возничий — это Будхи, то есть интеллект. Но слово Будхи лучше, чем интеллект, понимаете? Я имею в виду, вы можете сказать мудрость. Далее. Чувства подобны лошади. Чувства, как лошади. Они бегают туда-сюда, взад-вперед и все такое, понимаете? А контролирующие поводья в руках Будхи. Управляющий в человеке, этот возничий, это мудрость или интеллект внутри нас. Интеллект должен контролировать чувства, и поводья нужно контролировать. А когда вы позволяете этим чувствам направляться, куда им вздумается, и не контролируете их, тогда вы не здесь, не там. Вы говорите, я знаю. Какая часть знает, какая часть идет неправильно, где вы? И тогда почему вы делаете это? Я знаю, я должен был, то есть я знаю, что это очень плохо, я знаю. Почему? Если вы знаете, это должно быть вашим знанием, это должно быть полностью вашей сутью. Если вы знаете, это делается. Знание должно быть одним целым с вашим поведением. Я имею в виду, я знаю, что это белый. Хорошо, тогда я обращаюсь с ним как с белым или как с черным. Если я знаю, что это огонь, я не сую в него руку.
Если я говорю, я знаю, что это огонь, засовываю ли я в него руку? Таким образом, чтобы контролировать свои органы чувств, мы должны поддерживать наш будхи, наш ум в исправности и держать его в руках своего «я», где «я» не исполнитель, говорящий «я делаю это», «я», «я» и тому подобное. Дух этого не любит. У вас должен быть очень дисциплинированный ум, который должен улучшать методы во всем, в речи, в выполнении дел. Вы должны прогрессировать, вы все время должны прогрессировать. Если вы примиряетесь с собой, то все кончено, тогда все решено. Вот каким образом вы прогрессируете и растете в этом все лучше и лучше. И сегодня очень великий день для нас, потому что святые празднуют Шри Дивали. Я праздную свой Шри Дивали, зажигающий свет в ваших сердцах, чтобы вы наслаждались своей собственной радостью и своей собственной красотой, тем, что вы теперь дух. Наслаждайтесь этим, что вы теперь там, теперь вы в царстве Бога, без сомнений. Я имею в виду, что даже если вы не делаете ничего, там с вами все будет в порядке. Но вы не должны принимать это как должное. Вы должны двигаться вперед, потому что ваша мать нуждается в вашей помощи. Вы должны вставать, вы должны подниматься, вы должны восходить. Вы должны становиться лидерами завтрашнего дня. Поэтому вы должны осуществить это и быть не просто болтунами, думающими и говорящими высокопарные вещи. И если я прошу вас вымыть ложку, и вы не можете сделать даже это, то какой в этом смысл? Итак, вы жители завтрашнего дня. Вы те, кому предстоит поразить людей. Я ожидаю, что вы придете к пониманию того, чего вы должны достичь. А не усядетесь строить планы, потому что планирование означает, что вы никогда не сделаете этого. Вы сядете, планируя, завтра утром я встану пораньше и помедитирую. Запишите это в дневник, и в течение 3 дней вы не встанете, потому что вы уже записали это. Вы спланировали это. Планы построены. Зачем же вам это теперь делать? Это сделано, вы сделали это. В дневнике это уже есть. Вот что такое планирование. Планирование означает, что вы садитесь. Итак, что я должен сделать? Сесть. Затем это, затем это, затем то. Ничего не происходит. Что произошло? Все остается в планах. Кто придет и станет проверять, сделано это или нет? Вот как ментально мы получаем удовлетворение. Чрезмерное планирование, понимаете? Мы все дружно сели, и у нас было большое собрание комитета, где вы говорите, говорите, говорите. Мы решили это, мать, мы приняли решение об этом и о том. Чего вы достигли? Ничего. Как это? Что вы решили? Достигайте. Вот что это такое. Это не планирование. Так что не планируйте, а просто встаньте завтра рано утром. Хорошо? Попробуйте это. Не планируйте, потому что планирование — это то, что разрешает вам не делать дело, и то, что привело к определенному хаосу в этой стране и в других местах. Просто планировать. Планировать ради чего? Итак, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Сейчас у нас должно появиться коллективное понимание. Также мы можем устраивать какие-то программы каждую субботу. В воскресенье я должна быть свободна после программы. Если нет, мы можем устроить их в течение рабочей недели. После 24-го я буду вполне свободным, но даже перед этим мы можем проводить их по субботам и воскресеньям. В этом промежутке у нас будут 2 субботы и 2 воскресенья. Вы можете запланировать что-то, если хотите, чтобы я поехала куда-то, или вы хотите устроить встречу здесь или где-то. Но мы не можем получить как Стэнхолл в субботу и воскресенье, а я не могу на неделе. Поэтому найдите какой-нибудь зал, какой-нибудь школьный зал или еще что-то на субботу. Мы все можем встречаться с вами. Есть 2 субботы, которые мы можем использовать, или воскресенье. Все, что хотите. Школьный зал будет нормально в воскресенье, Гавен. И вы можете поместить рекламу об этом в газетах. К примеру, я уезжаю 28-го. И сейчас у нас есть 2 воскресенья, когда мы можем встретиться. Хорошо? И после того, как я уеду и вернусь, мы сможем встречаться и на неделе тоже. Тогда я смогу встречаться с вами и на неделе. Но до этого мы можем встретиться с вами в любую субботу или воскресенье. У вас будет 2 субботы и 2 воскресенья. Если хотите, мы можем встретиться в ашраме Чеслом Роуд.
В любом случае, если возникнут какие-то проблемы, вы можете сказать мне. Итак, еще раз, как бы там ни было, мы собираемся провести пуджу в это воскресенье. Или что это будет? Пятница. Пятница? Ага, пятница. Хорошо. Значит, в следующее воскресенье вы можете встретиться, если хотите. Один раз в следующее воскресенье вы можете устроить встречу. Теперь, что насчет Брайтона? Как они? Что за встреча у них сегодня? Они регулярно проводят программы? Да, мать. У нас идут программы по вторникам и четвергам. И сейчас мы начали проводить по пятницам. Где, в доме или... Нет, у нас публичные программы, каждый вторник в Брайтон-Холле. И еще мы начали проводить публичные программы по пятницам. А дома мы встречаемся по вторникам. Я бы посоветовала вам проводить свои обычные публичные программы по субботам и воскресеньям. Было бы лучше, если бы вы все так сделали. Потому что, понимаете, на неделе у нас программы здесь, не так ли? На данный момент это нормально, потому что в субботу и воскресенье сейчас мы будем проводить. В эти две субботы и два воскресенья. Но обычно вы знаете, что пятница сейчас это пуджа. Если вы встречаетесь, то вы должны посоветоваться и с людьми здесь, потому что тогда они бы захотели прийти на пуджу. В эту пятницу вы все должны прийти на пуджу, хорошо? У нас может быть какая-то музыка. В какое время вы хотите провести пуджу в пятницу? Пуджа должна начаться, скажем... Это должно быть в вечернее время. Поэтому в любое время, которое удобно для вас. Но после этого должна быть какая-то музыка или что-то в этом роде, после всего. В 7 часов? Можно в 7. Потому что все вы будете работать. Мы можем устроить даже в субботу, если хотите. Как скажете. А можно в пятницу в 7 часов? Или это будет утомительно? Перекидывайте слева направо. Слышите? Всегда. Перекидывайте слева направо. 108 раз. Вы сильно устаете, да? Тогда перекидывайте слева направо. 108 раз. Вы все время уставшие. Слева направо. Это хорошо для вашего сердца, для всего. Лучше, видите? Намного лучше. Я бы хотела увидеть вашего дорогого супруга завтра, если он может прийти и встретиться со мной. Он здесь? Ага. Вы можете? Вы можете прийти встретиться со мной завтра, да? Да. Хорошо, вы вместе тоже должны прийти ко мне завтра. Также скажите Кейт, чтобы она пришла ко мне завтра. Она может прийти завтра с утра? Завтра утром она не сможет. Хорошо, тогда пусть приходит вечером, хорошо? Кто еще хочет встретиться со мной, можете приходить завтра с утра. Во сколько? А во сколько вы можете прийти? Перед работой? Это во сколько? Хорошо, значит, около 5:30. Так, значит, в 5:30 я буду здесь. Если кто-то хочет увидеть меня с утра, можете приходить с утра, хорошо? Все, кто хочет меня видеть. Магда, ты хочешь увидеть меня? Можешь прийти в любое время с утра, я буду здесь. Как вы себя теперь чувствуете? Лучше? Вы можете поперебрасывать справа налево. Вы, Фелисити. Фелисити, справа налево. Перебрасывайте справа налево. Сделайте это 108 раз и не размышляйте.
Так, проинформируйте всех людей в Кембридже повсюду, хорошо? И тогда что мы можем сделать? Я могу остаться, и на следующий день или, возможно, в субботу я съезжу к этим людям, которые туда приедут. И я смогу пообщаться с ними в субботу и порешать какие-то проблемы, если они есть. Или если провести пуджу в субботу вечером, то это будет даже лучше. Это будет даже лучше, чем в воскресенье. Давайте проведем ее в субботу вечером. Какое это будет число? 31-е. Очень хорошо. 31-е число? Да, 31-е. Но это Хэллоуин, мать. Как повторите? Хэллоуин. Хэлло что? Хэллоуин, мать. Это древний фестиваль. Это фестиваль. Хэллоуин — это сокращенное название от канун всех святых, потому что 1 ноября считается днем всех святых, и поэтому последняя ночь октября называется канун всех святых. Хэллоуин — это ночь, когда все ведьмы и демоны спускаются с неба и бродят по земле, а также всякие духи и привидения летают по небу, мать. И все это происходит ночью в Хэллоуин. Тогда нам лучше провести ее в воскресенье. Дети переодеваются, мать, как привидения, духи и ведьмы. Это очень плохо. Считается, что в эту ночь по земле ходят духи умерших, а также всякие ведьмы. Да, я поняла. Тогда переносим все на воскресенье. Я не хочу пытаться проводить это в субботу. А в воскресенье будет День всех святых. 1 ноября — это День всех святых. Это хорошо. Мы называем его Днем всех святых. Это хороший день. К тому же Днем всех святых считается первый день Диваль. Это День всех святых. Так что проведем его в воскресенье, хорошо? В воскресенье мы можем провести пуджу. Я думаю, мы можем провести ее утром. Мы проведем ее утром. А вечером мы можем зажечь свечи и все такое. А также устроить фейерверки. Фейерверки? Да. И послушать какую-то музыку. Так что в воскресенье соберемся все вместе, хорошо? Оставляем воскресенье. Это будет воскресенье. Какое время, мать? В воскресенье, я думаю, мы должны начать в 10, потому что тогда у нас будет достаточно времени. 10 часов будет нормально для всех вас? Во сколько вы встаете по воскресенью? В 4 часа, мать. Это так просто. Я не знаю, почему для людей это так сложно. Неважно. Я знаю, что сейчас эта проблема есть у всех. Даже у индийцев она сейчас появляется. Они переняли ее у вас. Они сейчас становятся более вестернизированными и не могут встать легко. Но знаете, даже мой муж не может спать дольше 6. Я думаю, что мы так воспитаны, наше поколение, мы так воспитаны. Потому что он родился в то время, когда мы воевали за независимость. Мы должны были быть по-настоящему сильными людьми, и мы были очень дисциплинированными. Так что День всех святых будет очень хорошим днем, хорошо? И со всеми этими ведьмами и прочим должно быть покончено. Это все абсурд. Это не должно восприниматься так серьезно. Я уверена, это идет совсем не от Дня святых в этой стране, где люди так падки на всякие абсурдные вещи, особенно варварские люди. Варварские люди всегда обращаются к таким вещам, понимаете? И это продолжается до сих пор. Хэллоуин произошел от Дня всех святых. Ночь перед ним на землю выходят все духи. Это подобно Дню Победы над Наракасурой. Это день, когда все мертвые тела отправляются к Нараке. И этот день был вчера. Это плохая неделя для рождения, мать. Но именно поэтому и Дивали, именно поэтому огни. Для этого вам и нужен свет, понимаете? После 14-го, начиная с 15-го, они отмечают Шри Дивали, и это самая темная ночь. Какая это ночь, мать? Сегодняшняя. Сегодня самая темная ночь. И завтра день, который считается первым днем. Он празднуется как Новый год многими людьми. Не в Махараштре. В моей династии он празднуется в другое время. И они не празднуют завтра первый день.
А второй день – это день братьев, когда братья и сестры связываются между собой. Это мы также можем сделать во время пуджи. Где ваш муж? Он сегодня не пришел? Он нехорошо себя чувствует, мать. В чем дело? Когда это случилось? Когда это случилось? Позавчера. Я знаю, почему. Скажите ему не сильно перегружать руки. Я говорила ему об этом. Скажите ему, чтобы он не перегружал руки, хорошо? На сегодня у меня все. Счастливого вам всем Дивали. Я должна была что-то приготовить для вас, но в этом месте я не знаю, что делать. Как вы сейчас? Теперь лучше? Вы. Douglas, you don't want to go now to India? Here I am, Mother. No, I'm not really able to take the son from work, you see. I don't think it's right that I should take time off work now. You should go alone. I think perhaps you can go with Kay. Kay is not calling now. I think it's worked out a slightly different way, Mother, because she's gone to Bahrain. And I think they've let her take her job back until Christmas. Anyway, I'll see what the situation with Kay is. What is that? I think it's
Metti nel verbo, no? Is that for Lakshmi? Yes. Hello, Shri Nirmala Shakti Masaji, Shri Nirmala Devi Ki Jai! I would like to wear this one. Can you take it out? Yes, come. Be careful, be careful. What she's trying to say, that be careful. This is the first. This is the first. I think I said mommy. Got it? Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. This is nice, eh? Beautiful. Very beautiful. Mm-hmm. Thank you very much. We shouldn't do all this, you see, otherwise I'll be considered as a bargain. Yes. Thank you very much. Thank you. Now, these flowers must be put. I would say that you just put them somewhere. Thank you very much. Thank you. Mm-hmm. Very kind of you. But why go to Nepal and get the average for the people? It's just a vibration. It's very good vibration. Yes, I know. It is. I have so many chains. I have never worn a chain all my life. You are really changed me. Change with your love. Particularly change to your heart. Roshi, Mahalakshmi, Mataji, Nimadevi, Jai! Come and say happy Diwali to Mr. Shah. Come. Oh, I was going to say something.